Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу вам пачку пятерок 1909 года с подписями Шипов и Коншин. Первые идут подпись Шипов, короткие номера. Вообще с подписью управляющего Шипова имперское правительство серия была ЗЯНО. НО. Управляющий Шипов временное правительство серия НПТУ. И потом временное правительство короткие серии. Серия УА-001, УА-003. И советское правительство начиналось с серии УА-044 и заканчивалось... Вот последний номер я точно не знаю. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Либо 510, либо 513. Точно не помню. Ну и стоимость таких банкнот в таком состоянии 30-50 центов за штуку. Чуть в лучшем состоянии до доллара может доходить. 20-30, 10-20-30 гривен. В унцевом состоянии это тоже уже зависит от подписи кассира. Но в основном цены от 2 до 10 долларов за штуку. То есть, например, из тех, что я встречал, за 10 долларов был продан Шипов Шагин. УБ-460 номер был. Также здесь встречаются и красивые номера, и низкие номера из серии с двумя одинаковыми буквами. Так что, кому интересно по сериям собирать. Длинные номера шиповские по цене такой же, как и короткие. В принципе, там мало что отличается. Практически ничего даже. Эти банкноты буду выставлять на аукцион. Кому интересно, тоже, наверное, где-то по 10-15 штук. Ну, среди пятерок встречается чуть получше, чем среди единичек было. В принципе, особо нечего здесь комментировать. Видео снял для того, чтобы можно было получше разглядеть, потому что на аукционе ограниченное количество фотографий, всего 8 фотографий можно добавить. Но если выставлять по одной, две, ну, три банкноты в лоте, то как бы еще куда ни шло. Но если 10-15, то, понятное дело, все не сфотографируешь, все изъяны не покажешь. Поэтому, вот, кому интересно, посмотрите это короткое видео. 20 минут. Короткое. В конце будут коншевские банкноты, пятерки и с редкими подписями кассиров. Банкноты получила в таком виде, лежали в одной пачке в пакете. Если вас интересуют дополнительные фотографии, пишите в личку, сброшу. Ну вот красивый номер, сохран более-менее, very fine. Красивая серия, вернее.
Пятерки управляющий подписывал только Шипов и Коншин. Плески и Тимашев не подписывали пятерки 1909 года. Только подписывали 1898. Вот начинается подпись Коншин. В лунном состоянии с подписями Коншин уже будет стоить подороже. От 10 долларов и выше. Уже зависит от подписи кассира. Ну а в таком состоянии тоже примерно ценится как Шипов, но может чуть дороже. Поскольку Коншин подписывался раньше Шипова на пятерочках, соответственно, в обращении эти банкноты немного больше по времени. Ну и, соответственно, в хорошем состоянии тоже найти труднее. Да, чуть не забыл самое главное. Здесь 277 банкнот на общую сумму номинальной стоимостью 1385 рублей. Почти три пачки по 100 штук. Также редкостью являются самые первые серии, то есть серия АА, АБ и так далее. То есть чем ближе к началу алфавита серия, чем лучше состояние, естественно, роль играет состояние тоже самой банкноты. Ну, тем она выше ценится. Вот 5 шестерок. Банкноте. Красивый номер. Состояние только некрасивое.
В этом видео банкноты с подписью Коншева больше, чем с подписью Шипова. Низкий номер 208819. Состояние very fine. Как бы такое не критичное. Подписи кассиров идут в алфавитном порядке, только самые редкие оставил на конец. Соответственно, лоты будут выставлены в таком же порядке, как и на видео банкноты. Перчатки уже черные, вот эти банкноты. Дело движется к концу. Еще 5 минут осталось. Сейчас самое интересное начнется. Еще один низкий номер. 2 нуля. Тоже банкнота на 2 руны.
Вот серия красивая ВВ. Чуть пореже встречается Коншин Бобякин, Коншин Богатырев, Коншин Иванов будет стоить от доллара полтора и выше. 2-3 доллара. Вот Иванов серия АА, вот это редкая серия, еще и номер низкий. Даже не знаю, сколько будет стоить. Аукцион покажет. Ну, Иванов не слишком редкий, подпись кассира, но тоже не слишком частый. Коншин Брут еще, пожалуй, реже встречается, но даже в таком состоянии, думаю, тоже от доллара двух, вот этот будет 3-4 доллара. Ну и также Коптелев тоже редко встречается. Может, даже реже, чем Брут, тоже цена будет от 2-3 доллара и выше. Трофимов еще реже встречается. Тоже цена может до 5 долларов доходить за штуку. Ну и последний — Жихарев. Думаю, по редкости такой же, как и Коптелев.
Так что вот такие вот банкноты. Кому интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, ваше мнение по поводу банкнот, по поводу видео. Спасибо за внимание. До новых встреч.